Трамплин К-90. Большой 90-метровый трамплин в Кирове был построен в 1951 году. Возвышенности и естественного рельефа не хватило, и металлическая эстакада кировского трамплина получилась самой высокой в Европе. Многие известные спортсмены становились профессионалами именно в нашем городе. Среди них двукратный бронзовый призер чемпионата мира Алексей Боровитин и победитель латинских игр Вячеслав Дрягин. Летом 2017 года трамплин К-90 законсервировали, а его опоры используются как искусственный скалодром для ледолазов. Здесь регулярно проводятся соревнования на первенство России и Кубка мира по ледолазанию.